Учащиеся в Камчатской глубинке не получают полноценного питания. В прокуратуре выявили, что 105 школьников из села Каменское сладкое получали раз в неделю, а про кефир и творог дети из райцентра Пенжинского района вообще забыли. Установлено, что в нарушение санитарно-гигиенических требований к организации питания обучающихся в Каменской школе в завтраки не включаются овощи и фрукты, которые рекомендованы ежедневно. В обед рыба подается один раз в 10 дней вместо 2-3 раз в неделю. А сладкие блюда, которые дети должны получать в обед каждый день, они видят на самом деле лишь один раз в 5 дней. В рационе учащихся вовсе отсутствуют яйца, творог, кисломолочные продукты, хотя они также должны быть на столах детей – один раз в 2-3 дня. В прокуратуре рассказали, что знают о проблемах доставки продуктов в отдаленные районы края, но это не может служить оправданием урезанному рациону школьников. Руководству учебного заведения вынесено предписание по устранению нарушений, а подобные проверки теперь пройдут во всех школах Пенжинского района.